В рамках Всероссийского дня бега кросс-нации Ермолаева прошел традиционный пробег здоровья, посвященный Дню Республики. Соревновались не только постоянные участники ежегодного кросса, но и маленькие сельчане в возрасте до 14 лет и школьники постарше. Перед началом состязаний с приветственной речью к участникам забега обратился глава администрации района Ахат Кутлуахметов. Чтобы у нас всегда была ясная погода, в учебных заведениях, образовательных учреждениях тепло, светло, чтобы мы были обутыми, сытыми. Еще раз с праздником, еще раз вам успеха. Сегодня должны побеждать те, кто себя подготовил. И я желаю еще раз здоровья и успехов. Председатель комитета по физкультуре и спорту Василий Копылов особо отметил одну из участниц кросса Аделину Байнову, ученицу Аксаровской школы, занявшую первое место по силовой гимнастике на республиканских соревнованиях. Это хорошие традиции аксаровских спортсменов и в целом Кургазинского района и республики Башкортостан. Поздравим бурными аплодисментами нашу спортсменку. Спасибо вам, спасибо тренеру. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Поддержать юных участников пробега здоровья пришли их родители, дедушки и друзья. Они с гордостью представляли своих маленьких спортсменов. Соревнования в этот день завершились позже, так как желающих поучаствовать было больше, чем обычно. На старт! Внимание! Марш! В забеге руководителей победителем стал глава Илькиневского сельского поселения Тимур Идрисов. Среди женщин первой к финишу пришла директор Кривли Илишкинской школы Софья Степанова. Главные денежные призы главы администрации получили Ильина Хамитова из деревни Оскарова, Ольга Алексеева и Альфред Адигамов из села Кривли Илюшкина, а также Юнир Тунасов из села Новотаймасово.